этом году очень серьезно готовились к отопительному сезону. Мы переложили порядка 200 километров только магистральных трубопроводов. Если в том году мы переложили порядка 100 километров, то сегодня 200. И очень серьезно харьковские тепловые сети готовились к отопительному сезону. Но, к сожалению, все зависит нас, от нашего желания, от нашего стремления. Почему? Потому что вы знаете, что очень много будет зависеть от тех обстрелов и тех разрушений, которые будут нанесены энергетической инфраструктуре, тепловой инфраструктуре города, ну и страны в целом.